Глава Чувашии Олег Николаев поручил усилить контроль за деятельностью теплоснабжающих компаний. Об этом стало известно сегодня на заседании регионального кабмина. При этом актуальным остается вопрос модернизации теплосетей в условиях большой кредитной и долговой нагрузки. Часть затрат на газоснабжение и электроэнергию муниципальных теплоснабжающих организаций компенсируют за счет республиканского бюджета. Мера вынуждена и связана с необходимостью погашения все растущих долгов предприятий. Основная причина задолженности – наличие убытков, связанных с сверхнормативным потреблением топливно-энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии, которой не может быть учтено при осуществлении государственного регулирования тарифов. Предприятий, которые могут рассчитывать на субсидии, две теплоснабжающих организации в городе Шумерля, по одной в Красноармейском и Ядринском районах, в городе Чебоксары и АллатРе. По предварительным данным, на эти цели выделят почти 113 миллионов рублей.